Айгерим Нурушева, я учусь в ЕШФМН города Кокшетау. Поздравляю всех с Днем Победы. Хочу рассказать про моего прадеда Шарипова Кабдоша. Он был призван на войну в 1942 году в стрелковую дивизию ручным пулеметчиком. Прошел войну пешком от Москвы до города Дрездена, был сильно ранен в левую руку, награжден медалями за отвагу и орденом Великой Отечественной войны. Кроме моего прадеда воевали мой дядя Кабдыкалык Шарипов. Он погиб в 1942 году в Республике Белоруссия и похоронен в братской могиле в городе Витебск. Я еще раз поздравляю всех с Днем Победы. Я горжусь своим прадедом. Спасибо тебе за мирное небо и счастливое мое детство.